Просыпайтесь, ежики. Просыпайтесь, котята. Просыпаться легче, если знаешь, что к завтраку тебя ждет молочный ломтик. Вкусное дополнение к любому завтраку. Ведь в нем натуральное молоко, капли меда и нежный бисквит, который так любят дети. Киндер молочный ломтик. Вкусный молочный продукт. Ишкату проблемасында дюфалак бар. Дюфалак косарла Сергейе. Ол ишкатуды жеңіл түрде жояды, және ішектің ырғағын қалпына келтіреді. Дюфалак. Ишкатуға қарсы шешім. Дюфалак. Тұрақты болған кезде. Оңай. Сколько? Да я свой дом отсюда вижу! Не злитесь на телефон. Скачайте InDrive и договаривайтесь о справедливой цене напрямую с водителем. Вы так вовремя. InDrive. Люди рулят. Мои волосы, мое украшение. Чтобы они всегда выглядели по-королевски сильными, я использую золотую коллекцию Pantene. Мой фаворит – новая интенсивная сыворотка-кондиционер с коллагеном. Она проникает в волосы на 3 слоя глубже, восстанавливая 3 месяца повреждений. Теперь мои волосы еще сильнее и роскошнее. Pantene. Шеркан, қазір дәмді бірдеңе болса ғой, және шоколадпен. Немесе назык ваниль дамымен. Демалысқа бармағалы көп бопты. Мүмкін кокоспен? Менде арғайсыңа дәм бар. Шоколад, ваниль немесе кокос. Бүкіл отбасы үшін керемет дәм. Қалай екен? Керемет дәмді! Біздің жақсы көретін чудо. А ты помнишь, как улицы опустели? Помню, как все места стали безлюдными. Даже за кадром уже никого нет. Ушел композитор и ушел режиссер. Все ушли. Смотреть 1000 фильмов и сериалов 3 месяца бесплатно в новой подписке BTV+. Смотрите все в приложении BTV. Это реклама лекарственного препарата Кагацел. Кагацел применяется у взрослых и детей от 3 лет для лечения гриппа и других ОРВИ. Для достижения эффекта Кагацел можно применять как с первых симптомов, так и не позднее 4-го дня от начала заболевания. Кагацел работает против гриппа и ОРВИ. В аптеках вашего города. Это Камилла. Камилла подключила Яндекс Плюс, и жизнь с ним стала заметно выгоднее. Камилла копит баллы за поездки с Go и тратит их на заказы в Яндекс.Еде. Яндекс Плюс. Смотрите, слушайте, копите и тратьте баллы. Оформите и пользуйтесь бесплатно до конца года. Тамақты не дәмді ететінін сен білесің. Пепси. Ас күшті болсын. Ламодада әрдайым таңдау бар. Қалағаныңды Ламода Клабта 25%-ға дейін жеңілдікпен ал. Рибок жаңа топтамасын Ламода қосымшасынан сатып ал. Эргоферон для лечения вирусных инфекций. Эргоферон может помочь при ОРВИ и гриппе. Грипп, ОРВИ, сезон для всей семьи. Эргоферон. Шашыңыз зақымдалған ба? Құрғақ және сыңғыш көріне ме? ДАФ шашты қарқынды қалпына келтіреді және 48 сағатқа дейін зақымданудан қорғайды. Оны тегіс әрі қайратты етеді. Шашым өзім сияқты мықты. ДАФ. Қабырға етінен гриль. Мінекей. Мінекей? Қабырға етінен гриль? Қабырғадан дайындалған гриль дәмі бар Лейс чипсерінен ләзет алыңыз. Үлкен оқиғалар мейрамханада, ал шағын сәттер Лейспен және достармен бірге аталып өтеді. Лейс – үлкен эмоцияға толы шағын сәттер. Давайте испытаем самый быстрый аттракцион. Рональд, выбери что-нибудь помедленнее. Нам эта скорость ни к чему. Вы уверены, что не стоите на месте? Рональд, а ну идем. Вот это скорость! Испытай самый быстрый мобильный интернет в Казахстане. Подключайся к Теле 2 и привыкай к высокой скорости. Это действительно быстро. Ингаверин помогает бороться с вирусами гриппа и ОРВИ. Ингаверин. Будьте здоровы. Сколько? Да я свой дом отсюда вижу! Не злитесь на телефон. Скачайте InDrive и договаривайтесь о справедливой цене напрямую с водителем. Вы так вовремя. InDrive. Люди рулят. Ага, таок. Бізге дада жедек шалыны керек. Дұрыс, онда дамды жемістер және дәрумендер пайдасы жақсы үйлескен. Сәлеметсіз бе? Шоколадты батончик бар ма? Ұста. Excuse me, түсінбедім.
Оставь его, не сеться на ксес. А кем достал герек? Снэч, то стада, запас на гадрмай. Снэч. Бол. Остаума. Снэч был шек с эстем, ща не хуат. Басхаса, керегемес. Алиен доста. Оформите подписку Яндекс Плюс бесплатно до конца года и получите скидку 2500 тенге на первый заказ в Яндекс.Еде. Немидгель для облегчения боли в суставах и спине при ушибах и растяжениях. Немидгель на водной основе. В аптеках без рецепта. Созрели для фруктов, но настоящие яблочки еще не по зубам. Первый фруктовый вкус должен быть натуральным и полезным. Как детские пюре и соки Агуши. А Пашку слушайте, а Агушу кушайте. С Агушей продолжать перекор легко.